Я хотел бы обратить внимание на подготовку вторых европейских игр. Меня что настораживает, что мы, не думая порой в плане перестраховки или еще чего-то, начинаем создавать не то концлагеря, не то какие-то гетто в Беларуси. Сегодня уже смотрю, аж до проезжей части выставили фундаментные блоки, читай, будем устанавливать металлические заборы в районе фан-зон. Это нам зачем? Поэтому за пределы тротуара пешеходного никто не может вылазить с этими заборами. И то они должны быть цивилизованными. Мы не в Сирии сегодня, не в Ливии, и у нас не Ирак, чтобы все это творить. Пускай это делают в странах демократии, вот там во Франции, в Германии, еще где-то в Америке. А у нас это делать не надо. Мы должны работать так, чтобы люди свободно могли общаться в период этих европейских игр и после. То есть излишеств не должно быть. Я не хочу сказать, что мы не должны уделять внимание безопасности. Безопасность должна быть обеспечена. Но мы умеем это делать без заборов. Я знаю, что это претензии и предложения европейских чиновников. Надо им прямо говорить, что мы обеспечим без них безопасность приезжих и своих граждан. Мы это уже делали. Не надо превращать Минск на это время в систему заборов каких-то. Вы понимаете, о чем идет речь. Делайте так, как просит Сивак. Я ему поручил и Качановой непосредственно на объектах заняться этими вопросами без излишеств. Попросит сделать, делайте. Но они несут за это ответственность.